Итак, дорогие коллеги, с вами Коннова Аня, конечно же, да, то есть директор вашей структуры, да, очень рада, что вы ко мне сегодня пришли, вот, и мы с вами подведем итоги быстренько по 17-му каталогу, расхвалим, да, наших новых топ-лидеров и наших новых директоров, и также мы с вами подведем немножечко итоги, вот. Так, кого-то бы мне назначить, дорогие моим модераторам, чтобы вы писали, чтобы люди нажимали кнопочку F5, чтобы перезагружались. Вот. Хотелось бы, да, чтобы кто-то бы мне помог. Спасибо вам огромное заранее, да. Вот. Итак, подводим итоги по каталогу номер 17, да, то есть он у нас уже уходящий. Завтра последний день нашего периода, да, то есть и получается, что товарооборот у нас с вами 262 тысячи баллов. Ну, я вам хочу сказать, что это круто, это уже более чем полпроекта, да, то есть мы с вами разрастаемся, мы с вами крутые, мы с вами классные, да, то есть мы с вами, ой, да, прошу прощения, ну ничего страшного. Да, самое главное, мы с вами разрастаемся, в общем, везде вот сейчас каталог 17, живу прошлым временем, и, ну, что же хочется сказать, да, то есть прирост по отношению к позапрошлому каталогу у нас с вами составил, он был двухнедельный, да, как вы помните, такой же, как и сейчас, 67 384 балла. Я думаю, эта сумма очень крутая, но, опять-таки, двухнедельный каталог, мы идем чуть-чуть на понижение, кто-то прирастает, кто-то встает в уровень, но большинство идут на понижение, и мы уже, в принципе, это с вами привыкли, что двухнедельный каталог, он как перевальный. Конечно, хорошо, что у нас с вами в следующем каталоге будет 18 каталогов и всего лишь вместо 5 2 каталога, и это тоже очень хорошо. И прирост по отношению к прошлому каталогу у нас с вами 10 тысяч баллов. То есть мы с вами в любом случае прирастаем. Да, сейчас посмотрим, как мы с вами прирастаем. Я сняла скриншот именно со своего отчета по информации по личной группе. У всех этот отчет есть в личном кабинете. Вот. И, конечно же, что меня удивило, вот этот не только прирост по баллам, но еще и прирост по новичкам. В 17-м каталоге, вернее, в 18-м уже, да, то есть, ой, да, в 17-м каталоге к нам с вами пришли. Оль, слушай, все правильно, да, то есть я же итоги 17-го подвожу, да, к нам с вами пришли 4000 человек. К нам с вами регистрируется 191 человек в день, да, и у нас с вами 7 новых директорских заявок. Я думаю, что это шикарно, я думаю, что это круто, и, ну, что я могу сказать, поздравляю вас всех. Почему? Потому что это работа дружного проекта, это работа только благодаря нам и вам, да, это работа именно что вот той сплоченности, той команды, когда вы прекрасно понимаете, что когда вы помогаете зарабатывать людям, которые пришли к вам в команду, вы начинаете хорошо зарабатывать сами. Это железное правило, и есть, честно скажу, на проекте люди, которые говорят, он пришел, пусть обучается, пусть растет сам, у них рост бывает медленнее. Есть, конечно же, суперлидеры, которые помогают расти своим лидерам, и мы их практически ежекаталожно поздравляем с новыми званиями. Да? И сейчас мы с вами, конечно же, увидим уже более, как даже сказать, уже знакомые лица, да, более знакомые лица, вот, и, конечно же, в первую очередь мне бы хотелось поздравить людей, которые участвуют вообще везде, во всех акциях от компании, и сейчас перед нами с вами Елена Хорошко, которая победила в конкурсе «Расскажи об энергии кислорода» и получила бонус 10 тысяч рублей. Елена заняла второе место. Это здорово, это круто, и это, я вам скажу, что заслуживает огромнейшего уважения, потому что это не просто розыгрыш, да, это
труд. Это Лена сделала лучше многих, да, потому что участников, по-моему, было около 300 человек, и Лена заняла третье место. У нас с вами есть еще один победитель, и, конечно же, я прошу прощения, что я ее сейчас не внесла на слайд, а я его обновила поздно, поэтому у нас с вами два победителя, рассказать об энергии кислорода. Вот. Также у меня что-то со слайдами. Вот, да. То есть, прошу прощения, сейчас я назову вам фамилию второго человека, который точно так же круто, как вам даже сказать, тоже занял, по-моему, второе место. Сейчас посмотрим. Вот, и это тоже гордость нашего проекта, это тоже здорово, это тоже классно. Это Надежда Абрамова, победитель конкурса «Расскажи по энергии каталога», да. Сейчас я вам скину ссылочку, вот, потому что у нас с вами два победителя «Расскажи об энергии каталога», кислорода, и это просто, ну, я считаю, что круто. Да, то есть Надюша Абрамова тоже изрядно потрудилась и тоже вышла в тройку победителей. И я считаю, что это круто. Ну что ж, давайте же с вами посмотрим итоги каталога. Да, то есть у нас с вами тот и 12-й, да, как вы видите, у нас с вами групповые баллы 238 тысяч, да, потом, значит, 13-й каталог 214 тысяч, да, то есть тут сразу же понятно, что это был двухнедельный период, да, компания 14 у нас с вами 183 тысячи, да, то есть вот, вот он двухнедельный каталог, да, и компания 15 у нас с вами опять-таки 251 тысяча. Что это значит? Сейчас возьму рисовалочку, да. Смотрите, в 12-й компании у нас с вами 238 тысяч баллов в трехнедельный период, и компания 15 251 тысяча баллов. То есть мы с вами растем, мы с вами прирастаем, что тоже очень-очень хорошо. Далее, значит, компания 16 опять-таки двухнедельная, и компания 17 у нас с вами 262 тысячи баллов. То есть вот эти 10 тысяч баллов прироста по отношению к компании 15, да, и более 60 баллов, да, то есть мы все равно с вами постепенно, мы все равно с вами растем, да, и рост мы этот с вами видим, да, вот это очень важно сейчас понимать, потому что некоторые новички говорят: ой, я не вырасту, там, двухнедельный каталог. Вы знаете, очень часто такое бывает, что расти на самом деле легко, если воспринимать эти каталоги как промежуточные, да, то есть сами видите, да, вот тут вот 21 директор, да, в первой линии, да, то есть я открыла первый раз звание старшего международного директора в каталоге номер 15, и я его легко подтверждаю в каталоге, которые идут 3 недели, да, то есть, и причем мы с вами идем просто с крутым приростом и по званиям, и с крутым приростом по баллам, да, то есть более 10 тысяч баллов прироста вот по сравнению с каталогом номер 15, да, то есть 16-й каталог как промежуточный, ну, брать мне его просто не хочется, не хочется, потому что там целые недели не хватает у нас с вами, да. Вот, скажите, пожалуйста, понятны ли мои расчеты? Правильно, это вклад каждого вашего консультанта, это я показываю общие итоги по структуре Кононовых, общие итоги, да, то есть в нашей структуре, как вы знаете, есть старший национальный директор, в нашей структуре есть рубиновые директора, да, в нашей структуре есть серебряные директора, золотые директора, да, то есть старших директоров много, да, то есть директоров, топ-лидеров в проекте, да, то есть я вам сейчас показываю общую картину, да, то есть общую картину, что очень важно видеть общую картину, да. Да, между двухнедельными каталогами прирост больше 10 тысяч, да, да. То есть это, да, по отношению. Вот это нужно обязательно, обязательно знать, что мы все равно с вами растем, и количество регистраций у нас с вами не уменьшается, и приток 4000 человек за один каталог,
Ну, это круто. Вы огромные молодцы. Вы просто супер команда. И с такой командой, я не знаю, можно расти на самом деле семимильными шагами. Да, то есть низкий вам поклон от нас с Антоном, низкий вам поклон от всех директоров проектов Фаберлик Онлайн. Да, то есть директора, я вижу, есть. У нас с вами на планерочке, да, поставьте букву «Д» в чат, вот, чтобы мы с вами знали, что вы директора наши дорогие, вот. Ну и, конечно, серебро, золото, поставьте свой статус, да. Буду очень рада видеть. Вот Танюшка Русакова точно у нас уже серебро. Вот. Спасибо вам огромное за то, что вы ко мне сегодня пришли поздравить и свою команду. Итак, сегодня у нас с вами, конечно же, очень хочется поздравить именно наших топ-лидеров. Да, то есть у нас с вами новый классный топ-лидер Ольга Дерябина. Это лидер, конечно же, Ольге Пениной. Олю Пенину поздравляю с таким активным лидером в команде. Олечка Дерябина, ты огромная умница. Оля не стесняется задавать вопросы никому. Ни Оле, ни мне, ни Антону. Она работает с нами очень профессионально. И, конечно же, вот этот профессиональный подход к делу дает Оле хорошие приросты. И, конечно же, когда она начала активничать, начала задавать вопросы, я уже чувствовала, что Оля пойдет далеко. И вот, пожалуйста, первая ее серьезная ступенька. Да, Олечка, ждем тебя в директорском составе, ждем тебя обязательно в Турции, да, и ждем тебя в драгоценную поездку 2019. Обязательно ждем. Я думаю, в Турции тебе понравится. Также у нас с вами Ольга Курьянинова из Белоруссии, да, то есть чей это лидер? По-моему, это лидер Танюшки Русаковой, если я не ошибаюсь, да. Вот, и, конечно же, хочется сказать, что Якушевой, да, Якушевой, да, поздравляю, да, Веронику с новым званием. Позже узнаете, какое новое звание у Вероники было, да, и, конечно же, Ольгу с тем, что у нее такой живой и классный лидер. Недавно я была, конечно, в Белоруссии, к сожалению, не со всеми виделась, но с большинством лидеров, которые быстро растут, я увиделась. И для меня это, конечно же, огромная честь была с вами пообщаться, посидеть в ресторане, сходить на форум. Ну, это здорово, я очень рада. Да, Олечку поздравляем. Также ждем в директорском составе проектов Турции. Да, Веронику поздравляем. Итак, далее, значит, у нас с вами открытый старший лидер Наталья Пунга. Вот, это лидер проживает в России, в Москве. К сожалению, с Натальей мы не виделись ни разу, но очень ждем Наталью в Турции. Если уже Наталья начала расти, то скоро мы увидимся, скоро встретимся. Очень люблю встречаться с нашими проектами. Поздравляем. Также ждем в Турции. Вот. И, конечно же, Настюша Кухаренко. С ней мы встретились. Очень хорошо, очень классно. Да, то есть не успела тоже посмотреть, чей это лидер, чьего директора. К сожалению, да, то есть Настя тоже милая, добрая девушка, ваша, да, Катюшки Тур, да, Таня Русакова, Катюшка Тур, да, ну вот вы знаете, и тоже у Якушевой, да, молодцы, вот вы знаете, все, конечно, кто приехал на встречу, у всех к нам, да, все очень хорошо растут, да, то есть и я стала замечать, что директора, открывающие новые звания, очень хорошо растут, и именно они ценят встречи, еще что-то, и, конечно же, это здорово. Поэтому Настюшу тоже ждем в директорском составе, в директорском совете проекта, и всех обязательно новоиспеченных топ-лидеров ждем в Турции, да. Также ждем Аллу Гасанову, старший лидер, 12%. Аллочка у нас проживает в Казахстане, да, то есть огромная умница, красавица, да. Ну и, конечно, я думаю, все вы заметили, что у нас топ-лидеры, они светятся добротой, да. То есть, ну, вот просто я вот сколько раз замечала, что если топ-лидер добрый, целеустремленный, то он очень быстро будет расти.
Почему? Потому что только помогая другим, мы сами вырастаем. И, конечно же, иногда бывают такие случаи, что... Да, Танюша, да. Вот. Бывают такие случаи, когда лидеры говорят, ой, да это сложно, да каждому все объясни, да я буду объяснять все одно и то же каждому, что ли, да. То есть кто-то капризничает, да. Я знаю, что в структуре Танюши Куснутдиновой таких проблем нет. Поэтому Танюша очень быстро растет, очень быстро развивается. Да, поэтому Аллочку поздравляем. Поздравляем старшего лидера нового 12%. Это Алла Зинченко, Россия, да. Вот, поздравляем и ждем на следующих званиях новых, крутых, да, умнички, девочки, это просто здорово, Россия, село урожайное, да, ну, конечно, у нас с вами хороший показатель роста, как сказала компания, именно с маленьких поселков и сел. И почему? Почему именно с маленьких поселков и сел? Да потому что мы через интернет с вами работаем. Нам вообще без разницы, где мы с вами живем, в какой стране, да, потому что интернет и страны на работу у нас с вами одни. Так ведь? Вот. Поэтому Аллу поздравляем. И пошли у нас с вами вице-директора. Кто такие вице-директора? Это директора, у которых уже 1500 баллов по структуре. Да, и это уже круто. Это уже полпути до уровня директора пройдено. Итак, вице-директор 15%. Наталья Хащина. Россия. Молодцы. Поздравляю! Далее, значит, вот она, Танюша Куснутдинова, да, то есть у нее уже есть топ-лидер в команде, это круто, Танюша, да, да, то есть Татьяна Куснутдинова, Казахстан, да, тоже, как вы видите, село, но нам все нипочем. От себя хочется добавить, что Танюша очень добрый, целеустремленный и внимательный лидер к своей команде. Вот, ну и наш живунчик, это Светлана Глушко, это такая заводная особа, в которой, когда заходишь в ее чат, почитать, что-то посмотреть, ну это просто суперэнергичная девчонка, такая болтушка, такая заводила, эта девушка, ну просто всегда умеет поднять настроение своей команде, провести сложную планерку легко, да, то есть, ну вот такой вот, это солнышко, солнышко для своей команды, потому что я нахожусь в их чате, я вижу, как она даже наставников своих будет, не то что свою команду, да, то есть молодец, Светочка, желаем тебе поскорее топ-лидерский состав проекта. Так, Алла Зинченко, Россия, село Урожайное, топ-лидер проекта. Никто ничего не заметил? Никто ничего не заметил? Алла у нас с вами открыла два звания за каталог. Сразу два звания. Поэтому Аллочке двойной низкий поклон. Так ведь? Ну, это значит, что Алла хорошо разобралась в интернете, хорошо поняла азы рекрутинга и очень быстро развивает свою команду. По два звания за каталог. Это круто. Да, просто вот тот случай, когда нет слов. Умница, Алла. Далее у нас с вами новый лидер Анастасия Дурасова из города Самары. Россия, да, то есть это тоже вице-директор, да, поздравляем Настюшу, очень рады будем видеть, да, село. Далее, значит, старший вице-директор Елена Ряполова, Россия, город Камень-на-Оби, да, и, конечно же, этой команде тоже двойной поклон, потому что она недавно, да, грубо говоря, осталась без наставника, но они все равно растут вверх, растут и понимают, что их наставница очень бы желала их новых званий. Да? То есть, конечно же, вперед, дорогие девочки, я с вами рядом, не забывайте мне писать, не забывайте меня заваливать вопросами. Вы огромные умнички и только вверх, только вперед, дорогие мои.
Далее у нас новая директорская заявка. Это Олеся Кузьмина из города Новосибирска. Директор 23%. Вот они пошли, наши новые директора, наш новый костяк проекта. Со всех, конечно же, дорогие новые директора, истории успеха обязательно готовьте, обязательно проведите для себя историю успеха и обязательно выложите ее на свой канал YouTube и закрепите сверху. Это будет своего рода знакомство, ваше знакомство со своей командой. Ну и, конечно же, я считаю, что престижно, престижно выходить в спикерский состав интернет-проекта Faberlic Online, да, вот, все, кто, конечно же, выбиваются в спикерский состав интернет-проекта Faberlic Online, они вдвойне уважаются своей командой, поэтому, конечно же, желаем вам стать первоклассными спикерами и начать с истории успеха о себе, да, то есть это самый такой легкий вебинар, когда ваша команда может узнать о вас больше и понять, что вы обычная девушка, обычный человек. Не знаю, Надя, скорее всего, у вас скорость интернета, да? Обычный человек, который может рассказать, как вырасти, зачем вырасти и так далее, да? Ну что ж, поздравляем с вами Людмилу Филоненко, это Россия, тоже село Черниговка. А у Людмилы не только новое гордое звание статуса директора, у Людмилы еще и есть свой собственный пункт выдачи продукции. А она уже довольно таки давно и успешно его развивает. Вот, это очень целеустремленная девушка, добрая. Мы с ней недавно полчасика поболтали в Телеграме, созвонились. Очень было приятно познакомиться. И, конечно же, ждем Люду, потому что мы с Людой не виделись. Конечно же, ждем на мини-ассамблее. Вот, ждем обязательно в следующем году. Ну и вот она, наша суперзвезда, это Вероника Якушева, которая мгновенно выросла, у которой уже топ-лидеров в команде несколько вышло, да, то есть вот она, наша Вероника, да, и как говорится, какой лидер, такая ей команда. Да, и это, конечно, здорово. Беларусь, город Полоцк, да, очень рада была с Вероникой увидеться, очень классная, позитивная, простая, да, то есть, и вот вы знаете, самое главное, вот нам с вами всем оставаться именно простыми людьми, вот такими же, как Вероника, к простоте люди тянутся, да, вот кто-то открыл директора и сидит с короной на голове, я директор, да, а кто-то вот такой вот простой, добрый, милый, открытый, и вот и дальше пойдет очень быстро, да, то есть всегда старайтесь оставаться простыми, человечными, да, вот и Вероника вам простой пример. Да, то есть она не засветилась на уровне топ-лидера, да, то есть, и как вы знаете, мы Веронику практически каждый каталог поздравляли с новым званием. Вот какой у нее рост. Далее у нас, значит, директор Наталья Анисимова. Наташечка со мной очень часто общается, не стесняется задать вопросы, поэтому Наташа очень добрая, активная. Также Наташа занимается спортом. И когда она приехала повидаться со мной на мини-ассамблею, я ее обняла и поняла, что Наташа – это одни мышцы. Да? То есть это человек, это спортивный человек. И как бы ей не было сложно, тяжело, да, то есть у Наташи прям, ну, что могу сказать, идеальная фигура, идеально сильный характер, да, то есть Наташа воспитывает двоих деток и, в принципе, все успевает сочетать. Вот, Вероника, ждем тебя в Турции. Вот, и, значит, поздравляем Наташечку, умница, красавица, со всех ракурсов, да. Вот. Ну и, конечно же, наши новоиспеченные директора, которые могут быть кандидатами на быстрый старт. Так как по итогам 17-го периода они очень быстро открыли свое новое звание, директор 23%, да, Татьяна и Юрий Сизионовы из Москвы, то сейчас им нужно подтвердить второй раз уровень директора, и они получат свою первую премию в 55 тысяч рублей.
Да, то есть Татьяна и Юрий Сезенов, конечно же, работают сейчас очень усиленно, они работают сейчас очень стараются, вот, и, конечно же, да, перед двухнедельным каталогом они вышли, поэтому на них навалилась огромная ответственность, двухнедельный каталог, подтвердить свой уровень. Желаю подтвердиться еще целый день, будем держать кулачки, потому что, ну, я думаю, 55 тысяч не лишнее, да, вот, конечно, не критично будет, если мы не сможем подтвердить этот уровень, но они не лишние. Поэтому я думаю, что если Таня с Юрием постараются, то у них все получится. Самое главное сейчас сделать это. Вот. Далее, значит, конечно же, моя дочка вышла на уровень старшего директора, да, но все, кто в ее структуре, я думаю, подтвердят, что я работаю с ее структурой. Катюшка же просто активно рекрутирует. Вот, Катюшка просто активно рекрутирует. Она очень много учится. Честно скажу, отличница, красавица, занимается и волейболом, и так далее, да, то есть она просто активно рекрутирует, да, то есть сопровождаю команду Катерины полностью целиком я. Да, то есть у нас, ну, все равно я есть, я дома сижу, да, Катя еще пока что учится. Вот она поступила на фото-видеографа, причем поступила бесплатно, все вступительные, да, экзамены сдала на отлично и поступила бесплатно. Поэтому огромная умница, на бюджете учится у меня девочка. Вот, ну что ж, и также у нас с вами есть подтвержденный директор по итогам 17-го периода. Это Валентина Веселова. Это старший директор, это премия 27 500 рублей. Вот. Поздравляем Валентиночку, желаем нового роста, да, то есть как раз-таки в ее структуре появился новый директор, то есть Валентина перешла из статуса 5000 баллов по ЛГ в статус один директор под собой и остальные баллы в бок, да, то есть Людмила Филоненко как раз самостоятельно открылась в структуре Валентины Веселовой. Конечно же, желаем Валентине таких вот добрых, самостоятельных лидеров, как Люда, побольше в команду и обязательно, чтобы Валентина поскорее вошла в драгоценный состав проекта. Будем ей очень-очень гордиться. Конечно же, всех лидеров поздравляю. Мы, честно скажем, мы вами гордимся, потому что когда мы начали уже за 4 дня до окончания каталога поздравлять новое звание, это было просто круто, это было просто великолепно, это было просто незабываемо впечатлительно. Почему? Потому что столько новых директорских заявок, конечно же, бывает только в сезон. Да? В сезон мы с вами очень много открываем директорские заявки, и в летом, да, мы с вами эти директорские заявки подтверждаем. Да? И у нас уже такая привычка, да, осенью открылись, летом череда поздравлений на подтверждение директорских званий. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас с вами сезон роста. И этот сезон роста нужно обязательно. Обязательно поддерживать активным рекрутингом, да, вот. И, конечно же, самое важное – это понимать, что у нас с вами сезон активного роста идет примерно до февраля, да, март примерно, да, а с апреля уже мы начинаем подтверждаться, да, то есть там сезон роста стихает, потому что много кто куда разъезжается, еще что-то, да, то есть летом мы с вами строим активную команду, с которой мы растем осенью, да, с которой мы собираем новые звания, топ-лидерские и новые звания, да, то есть мы должны с вами понимать, что наш бизнес сезонный и как работает наш сезонный бизнес, да, сейчас самый разгар сезона. И, конечно же, тот, кто не рекрутирует, очень много теряет. Да, а тот, кто, конечно же, сейчас много рекрутирует, тот будет пожинать плоды премии летом. Да, то есть вот так вот. Но все равно летом немножко поменьше открывается званий и идет прям масса людей, которые получают премии. Да, немножечко, конечно, все равно, Валюш, тут есть. Вот. Ну что ж, браво, бурные аплодисменты.
всем нашим звездам, восходящим звездам, звездам, которые уже забрались на вершину. И, конечно же, всем желаю поскорее статуса драгоценного директора. И очень желаю, конечно же, статуса элиты. Почему именно элиты? Потому что, вы знаете, было очень приятно. В этом году я первый раз ездила в статусе элиты. Первый раз нас вызвали в Москву, чтобы мы приняли участие в ролике. Да? Все, наверное, видели ролик элиты Фаберлик и на ассамблее, и везде. Ролик классный. У кого есть запись, скиньте, пожалуйста. Я что-то не выгрузила его на свой YouTube-канал. Вот. И, конечно же, у всех есть, скорее всего, уже хотя бы воспоминания об этом ролике, да, вот. Ну, что хочу сказать, элите Фаберлик оплатили полностью всю дорогу, проживание, да, то есть и покатали нас на очень красивом таком теплоходе, корабле, по Москве-реке, да, то есть вот такие вот почести. Конечно же, на ассамблее Фаберлик всю элиту собрали в отдельный ресторан, и очень нас там вкусно покормили, шикарно, блюда были на выбор, да, то есть как бы нас всех собрали и увели в классный ресторан, да, там около Красной площади сразу он был, вот, и это, конечно, классно, да, вот такой вот отношения, и, конечно же, элита, она уже располагается на доске почета сайта Фаберлик, что тоже круто, поверьте, это круто. Вот. Итак, конечно же, у нас с вами сейчас пойдет розыгрыш по конкурсам, и я буду включать демонстрацию экрана. А сейчас я вам расскажу, что же это за розыгрыши, да? Смотрим, у нас с вами конкурс «Мой рост». В моем росте участвуют одни и те же люди. Молодцы, здорово. Вот, и у нас, как вам даже сказать, есть примерный план видео, да, то есть мы с вами представляемся, представляем проект, хвалим свою команду, открытое звание 3%, хвалим VIP-консультантов, рассказываем про количество новых регистраций в вашу структуру, балловый прирост, если его нет, можно не писать, да, то есть не обязательно его писать, вот, особенно в двухнедельный каталог, я считаю, что смысла нету, да, и выкладываем это видео на YouTube и посылаем мне в скайпе или в телеграме, да, то есть в скайпе или в телеграме, да, и участвуем в денежном розыгрыше через генератор чисел. Разыгрывается 5000 рублей ежекаталожно между 5 участниками по 1000 рублей на номер победителя, да, на номер случайного победителя. Участники все, кто находится в структуре Кононовых, неважно, кто ваш прямой директор, главное, чтобы сверху у вас светилась я. Далее, значит, розыгрыши по скринам. Будет разыграно 1500 рублей между 3 участниками, да, то есть вы выкладываете вот в этот вот плейлист свои скриншоты. Сейчас он уже закрыт, потому что конкурс окончен, да, и в первые 4 дня и в первую неделю, да, то есть у нас с вами получилось последнюю неделю разыграться, да, но там, к сожалению, у меня были очень уважительные причины перенести нашу с вами планерочку, вот, и, конечно же, розыгрыши по скринам будут проведены так же, как и «Мой рост» и «Изюминка» сегодня. И, конечно же, «Изюминка». «Изюминка» – конкурс – это когда вам пришел подарок, вы его держите в руках или вы его видите в своей накладной со своего компьютера, что он вам вложен, да? Без разницы, какой это подарок. Это может быть вот 10 тысяч по акции, да, «Поделись об энергии кислорода». Это может быть маска за 5 бонусов в подарок по программе Фаберлик Клуб. Это может быть регистрация по VIP-привилегии, да, за то, что вы VIP-консультант и под вас компания зарегистрировала человека. Можете такое видео снять, да. То есть изюминка должна быть о компании, да. В изюминку, допустим, можно поместить такое видео, как «Я родила малыша, и мне компания выплачивает бонус материнства и бонус усыновления», да. То есть, допустим,
Я директор, я получила премию, да, в 55 тысяч, к примеру, да, это тоже все можно на конкурс изюминку. Самое главное, чтобы видео было четким, самое главное, чтобы все видео и по моему росту, и по изюминке были у вас слышны, четкие, без шипения. И, конечно же, если вы прошиваете видео музыкой, чтобы музыка не перекрывала ваши слова. Да, то есть музыка должна быть, конечно же, фоновой, а не кричать, пищать так, что вас нужно напрягаться, чтобы выслушать. Да, то есть чтобы этот ролик мог потом вам же самим не только поучаствовать в конкурсе, да, а чтобы вы могли с помощью этого ролика рассказать о себе, да, о своей команде, на своем ютубе, в своих группах брендовых, да, на своих страничках брендовых, чтобы вы смогли этим видео поделиться и чтобы вашим людям тоже захотелось получать подарки, получать там регистрации, получать премии. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по этим трем конкурсам? Если нет, поедем с вами дальше. Итак, сейчас я, значит, включаю демонстрацию экрана, да, более не буду вас задерживать. Так, минутку, минутку. Запись вебинара. Так, ну что ж, смотрим с вами. Значит, мы сейчас вот на моем канале YouTube, и тут идут плейлисты. Да, то есть вот наша изюминка, 36 участников, да. Вот наш конкурс «Мой рост». 13 участников, да, вот они у нас открылись. И вот, значит, наши выплаты по итогу 17-2017. Дорогие коллеги, я вроде бы все пересмотрела, и повторений, скриншотов, по-моему, нет. Если вдруг будут какие-то повторения, я переразыграю розыгрыш, да? Вот. Поэтому не переживайте, все будем стараться делать честно. Вот. Ну что ж, всем видно, все, стартуем. Оля, вижу, плюсики у тебя пошли после перезагрузки, помогло. Замечательно. Итак, Всем привет, меня зовут... значит, в начале, что мы с вами сделаем, это напишем генератор, нажимаем Enter и проходим в первый генератор чисел. Так, вот, генератор случайных чисел. Прохожу по первому встречному. По-моему, у нас с вами такой же был. И первое, что нам с вами надо, это разыграть скриншоты. Так, итак, скрины. Скрины у нас с вами. Так, значит, давайте вот это вот я удаляю. Следующий тоже удаляю. Это я так, некоторые новички путаются, не знают, где взять. Я за однаким так это засунула, думаю, вот под рукой. Перезагружаю. И у нас с вами получается 128 фотографий. Вот оно, вот это число 128. Ну и все, поехали. Тем. Поехали те полей, поехали тем. Так. Так, значит, у нас с вами будет три участника от 0 до 128. Так, упорядочить по возрастанию. Так, разделитель чисел пробел, три числа. И так, та-да-да-дан. Так, 22, 113 и 128. Так, 22, 113 и 128. Итак, это у нас с вами генератор. Скрины. Ну и поедем с вами смотреть, кто у нас выиграл. Так, наверное, 22 будет где-то. Так, 18. Так, выиграла у нас с вами консультант Гажуловская Ольга Рудольфовна. Так, значит, номер 700. Семь, божечки, сколько семерок, да? 773 и 703. Поздравляем Олечку и будем рады выслать приз, да? Поздравляем. Так, сумма в рублях, человек с России, слава богу. Так, второй у нас с вами победитель под номером 113.
Надо было, наверное, наоборот, да? Так, давайте сделаем вот так. Откроемся вот так и наоборот. Так, значит, 128. 128 у нас с вами. Так, Герцева Светлана Владимировна. Да, номер, значит, 707. Светочка, поздравляю, первый раз выигрываешь. 959, очень рада за тебя. 239. Герцева Светлана Владимировна. Обязательно свои фотографии мне высылайте. Это очень-очень важно. И номер 113 сейчас с вами найдем. Кто там у нас? Так, это Володина Юлия Валентиновна. Тоже первый раз выигрывает. Так, третье. Это 707. 444 900. Так, тоже валюта рубль. Да, то есть, ага, отлично. Поздравляем вас с выигрышем, да, дорогие наши везунчики. Все молодцы. Да, легкий номер. Да, все, умнички. Итак, конкурс «Мой рост». У нас с вами... У нас с вами 13 участников, да, то есть это Оля Тарасевич, Анастасия Кухаренко, Ирина Савватеева, Ольга Дерябина, значит, далее Оля Пенина, Елена Пашковская, Анастасия Шиянова, Катерина Тур, так, Ольга Дубяга, Наталья Дольберг, Алла Гасанова и Вероника Якушева и Веселова Валентина, да, то есть у нас с вами 13 человек. Ну что ж, поехалите. Так, генератор потеряла. Да, вы уже там, наверное, смеетесь. Да, то есть так, 5, 13. И сгенерировать. Значит, 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Так, кого же мы с вами поздравляем? Так, под номером 1 у нас с вами Оля Тарасевич. Она сейчас вот в отдыхе в жаркой стране и выиграла, да? Так, 3 это Ирина Савватеева. Это первый раз девушка, кстати, выиграла. Она не выигрывала до этого ни разу. Далее 4 это Ольга Дерябина. Оля, у тебя звездный каталог, новый уровень, новый выигрыш. Так, 6. Елена Пашковская тоже первый раз выигрывает. Молодец. И 7 это Анастасия Шиянова. Настюша как-то раз у меня что-то выигрывала, по-моему, 2 раза. Поэтому Настюшу, по-моему, если, да, боюсь быть голословной, по-моему, уже мы поздравляем с 3-й победой. Да, огромные умнички. Умницы и красавицы. Итак, и конкурс «Изюминка». 36 участников. Тоже круто. Молодцы. Идем в генератор. Так, тут 5 человек. Так, тут, значит, вставляем 36 число и нажимаем сгенерировать. Значит, та-да-да-дам! Значит, по изюминке у нас 6, 7, 22, 24, 27. Так, ну что ж, поздравляем везунчиков. Пойдем называть их поименно. Так, 6, 6, 6, 6. Так, 6-е видео. Ольга Курьянинова. Молодец, новый уровень, новая победа. 7. Валентина Оломская. Валечка, поздравляю тебя. Это наш спикер по продукции. Ведет очень интересные вебинары, очень увлекательные вебинары, с душой всегда. Очень рада, что спикер нашего проекта выиграл маленький, но приз на свой рекномер. Итак, 22, 22, 22. Выиграла Оксана Лащенко. Первый раз выигрыш у Оксаны. И номер 24, Аллочка Гасанова. Тоже молодец, новый уровень. Да, новый уровень топ-лидерский и новая победа. И 27,
Светлана Павлова. Ой, Света, давно ты у меня не выигрывала. Да, то есть очень рада. Светочка опять-таки выиграла. Все, даже те, кто ранее высылал мне фотографии, прошу мне их выслать еще раз. Для меня это очень важно. Прошу выслать свои фотографии. Дорогие мои, вот прямо сейчас в скайпе, в телеграме, мне без разницы где, главное, вышлите. Так, номер моего телеграмма плюс 7 919 519 14 57. Да, то есть это Аня Кононова. Поздравляю, мои дорогие, молодцы. Побеждают, кто участвует. Некоторые уже победили не по одному разу. И я могу сказать вам, что это круто. Да, огромные-огромные молодцы. Ну и, конечно же, что хочется сказать, да, то есть смотрите. У нас с вами до сих пор открыта квалификация по Турции. Все ли понимают, что они могут прирасти с 12-го каталога, вот в каком вы статусе были, вам нужно прирасти на 3000 баллов и получить бонус 55 тысяч. С момента открытия квалификации вы делаете 100 баллов личного объема. То есть вот это нужно обязательно сейчас вам понимать, да, то есть обязательно знать и посмотреть, в каком вы уровне были в каталоге 12. Вот, и, ой, простите, в каталоге 13 я заговариваюсь, да, в каком уровне вы были, и посмотреть, точно ли у вас получается сделать прирост 3000 баллов и получить премию 55 тысяч рублей. Да, то есть эта акция только для новых директоров. Остальные могут поехать вместе с нами. То есть подать заявочку, и мы вам скажем, сколько будет стоить путевка. Понятно, что мы будем заказывать групповые путевки, и вам будет дешевле, если бы вы поехали одни. Поздравляем с первой регистрацией новичка. Вот, поэтому все ли это знают? Плюсики, минусики. Не забывайте, что на Турцию условия выполнить может легко. Все, хорошо. Значит, я сейчас в раздел «Вопросы» напишу свой номер еще раз. Так, плюс 7 919 519 14 57. Пожалуйста. Обязательно высылайте фото. Конечно же, фото вы высылаете для того, чтобы я вас могла поздравить в группе. Да, для того, чтобы вы могли свою команду как даже сказать, да, свою команду поздравить. Итак, на этом у нас с вами вебинар заканчивается, да, и дальше пойдет техническая часть по просьбе вопросов, да, то есть когда я своим новичкам даю задание, зайди, скачай выложенный YouTube рекрутинговые ролики, помести под эти ролики, как даже сказать, да, теги, помести под эти ролики, так, минутку, ссылку на регистрацию на свой лендинг, человек бывает в шоке, да, то есть и сегодня мы с вами вторую часть сделаем, как даже сказать, вторая часть у нас с вами будет называться «Первые шаги», и я думаю, эта тема будет очень полезна, да, поэтому сейчас в этот вебинар, часть первую, планерку Кононовых, я останавливаю запись,